Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем прохождение игры «Буря в пустыне», и сегодня у нас миссия под названием «Демон разрушения». 28 февраля 1991 год. На фабрике завершилось снаряжение ядерной боеголовки. Вы должны найти и обезвредить ее до того, как она будет установлена на ракету. Доктор Франклин, специалист по русским боеголовкам, оберегайте его. Когда все задания будут выполнены, возвращайтесь в зону эвакуации. Ну, вроде все просто, но ни хера. По-любому, это последняя миссия, найдите и она будет сложная. Найдите на фабрике ядерную боеголовку до того, как она будет установлена на ракету. Доктор Франклин должен обезвредить ее. Внимательно следите, чтобы с доктором Франклином ничего не случилось. Без него вы не сможете выполнить миссию. На фабрике есть небольшой запас плутония для ядерных боеголовок ракет. Найдите и заберите его с собой. Главное не взлететь там на воздух со всем содержимым. Выведите ваш отряд в зону эвакуации и ожидайте вертолет. Не забудьте взять с собой плутоний. Что у нас тут? Пулемет Коннорсу. Ну все, погнали. Ну все, тревога пошла. А, подожди, Коннорс. Пулемет-то не взял. Что, он взорвался, что ли? Блять, ты чё развалился-то? Ну-ка. Оля, твоя херня. Ой, блядь. Нормально я вылетел. Цель поражена. Надо отрегениться. Так, ребята, ну-ка нахуй. Всем по аптечке. Отлично. Так, посмотрим, что в здании. Я так понял, времени-то у нас немного. Но только найти, куда нам бежать, блядь. А я чего-то не нашел. Странно. Куда вам бежать-то?
Ну-ка я за этого, блядь, побегаю. Ну что, он побыстрее бегает. Так, ну здесь нет. Найти, ну короче, нет определенных задач. Пройти здесь не пройдешь. Дороги нет. Тут тоже. Я, может, что не нашел? Может, какая-нибудь кнопочка там, ворота открываются, еще что-нибудь. А, во! Точно! Внимание, противник! Фига мы бежим, как бог. Ха! Все, решили меня скинуть. Так, ну все, погнали. По правую руку будем идти. Там что, танк? Все, погнали. Блять! Да стреляйте, бля, бараны. Внимание, противник. Нас стреляют. Бля. Ну, их тут много, честно говоря. Так, последний магазин остался. И мы вокруг, да, обошли? Или мы все правильно делаем? Так, берем калашик. Прорывай. Гранатки. Перевязаться. Так, ну здесь-то ее точно нет. Боеголовки этой. Что тут у нас? Патроны. Пожалуйста, не убивайте меня. Гражданский, что ли? Прорываем. Плутоний.
Так, что у вас тут за хуйня? Взять нечего? Хуй на, ёпты. Ля, ну мы должны успеть. Этот взрыв может привести к цепной реакции. Прикрой меня, пока я разрежу боеголовку. Сохраняемся. Сейчас будет жопа. Внимание, противник! В нас стреляют. Бля, у Фоли лицо, конечно, пиздец. Давай побыстрее, друг. Бля, дружище, встань, пожалуйста, вот тут. Внимание, противник! Блядь, тебя не вылечил, что ли, сука? Так, чё там? А, защита. Убедись, что с доктором ничего не случилось. Понял. А, боеголовку разрядили. Всё? Внимание, противник! Внимание, взрывай! Ты поражена! Омей! Омей! Всё. Полетели. Давай вертолет. Ты где там вообще? Еле летит. Все, миссия у нас завершена. Ну, я бы не сказал, что она прям сложная была. 13 минут, что ли, я на это потратил. Ну, все без изменений, в общем, сохраняем. А, нет, дальше будет у нас еще миссия под названием «Контратака Старт». Будет она уже в следующем видосе, а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока! With the